Добро пожаловать на канал «Планета для животных». Несчастное животное заблудилось на стройплощадке в Сент-Албансе, Хартфордшир, Великобритания. Оно упало в яму с глиной и застряло в воскресный день. Рабочие обнаружили ее только в понедельник. Спасатели London Colney Hedgehog Rescue назвали ежиху Клайлой. Строители, нашедшие Клайлу, были потрясены, обнаружив ее под обшивкой, которую они подняли из траншеи. Она была глиняным комком грязи и ледяного холода, ее когти стерты там, где она пыталась выбраться. Местная благотворительная организация для животных London Colney Hedgehog Rescue быстро привела Клайлу в порядок. Сотрудница из благотворительной организации сказала, что смыть глину с маленького животного потребовалось более получаса. Она сказала, из-за того, что ей было холодно, она свернулась клубочком. Если бы мы сначала согрели ее, а это обычная первая помощь, глина засохла бы. Пришлось действовать очень осторожно, она останется у нас до полного выздоровления, потом ее выпустят в ближайший сад. Теперь животное вне опасности, и жиха получила должный уход и заботу. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие рассказы о животных.